Повышение тарифа на вывоз мусора ожидают жители Подмосковья. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана. Новые цены намерены утвердить к октябрю этого года. Очередное 5% повышение цен ждет жителей подмосковного региона. До 1 июля текущего года областной комитет по ценам и тарифам рассчитает новую таксу на вывоз мусора. Утвердят тариф уже к октябрю. Власти обещают, что резкого повышения цены не будет. Вывоз одной тонны мусора обойдется в среднем в 4500 рублей. Еще одно новшество. С 1 января 2019 года в платежных ведомостях появится отдельная строка «Вывоз мусора». Сейчас эта такса содержится в жилище. Услугах. Мария Антонова, Александра Томей, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.